В 1936 году два друга-спортсмена Федор Васильевич Давыдов и Павел Михайлович Пьянов совершили знаменитый лыжный переход Кузбасс-Донбасс. В годы войны пути друзей разошлись. Федор Васильевич воевал, Павел Михайлович остался в тылу. Сегодня, спустя более 75 лет, внуки и правнуки ветеранов собрались, чтобы посадить живые памятники. Мой дед по отцовой линии. Ну, нам с ним встретиться не пришлось, я его не знал. Он умер еще молодой, в возрасте 40 лет. У него было трое детей, две дочери, сын. Тоже все пошли по шахтерской линии, как и дед. Отец мой, я, сейчас сын тоже. Можно сказать, даже на той же шахте трудится, на какой и начинал дед. Приятно, конечно, что посадим. Что будет табличка стоять, что это память, чтобы все люди видели. Олег, а вам какие ощущения? Ну и, конечно, приятно, что не забывает, город. И город не забывает, да. И все-таки памяти люди будут помнить. В 1941 году основоположник лыжного движения в Кузбассе Федор Давыдов в числе первых добровольцев ушел на фронт. Прекрасно зная военное дело и имея значок «Ворошиловский стрелок», он был направлен в 235-й отдельный лыжный батальон, а в 42-м погиб в бою под Москвой. Мы гордимся действительно нашим дедом, потому что именно благодаря таким людям спорт тогда вошел в жизнь наших советских людей. И продолжает до сих пор, слава богу, что у нас есть продолжатели, очень хорошие традиции до сих пор. Теперь на аллее спорта в парке здоровья будут расти молодые саженцы краснолистной смородины в память тех, кто сражался и погиб за родину, тех, кто ковал победу в тылу. Пусть с этими деревьями растут как раз и произрастают в наших душах ростки любви, преданности нашей малой родины, нашему Кузбассу. Дед очень любил Кузбасс, всегда гордился им. И даже на встрече со Сталином и Орджоникидзе про это говорил, что кузбасская земля – это земля, которая рождает именно настоящих людей, настоящих мужчин, кеми они и являлись. Память о герое действительно не угаснет и будет расти с каждым годом, как и эти деревья. Посадить свой сад памяти в эти дни на своем участке, на даче или рядом с домом может каждый. Анна Шуркова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.